Люди они такие. Сначала волосы обрезают, а потом отращивают. Сначала начинают пить, а потом бросают. Сначала покупают себе вещи, а потом их не носят. Сначала говорят, что всегда будут вместе, а потом на улице даже не здороваются. Сначала говорят, что будут дружить вечно, на следующий год даже не пересекаются. Сначала песню одну ищут долго, радуются, когда находят, а потом перестают ее слушать. Сначала утверждают, что не переносят курящих людей, а потом встречаются с теми, кто дымит, как паровоз. Сначала они говорят, что никогда не оставят, и уходят сами же. Сначала они упрашивают тебя доверять им, а потом нож в спину, до свидания. Сначала они заставляют тебя переступить через себя, через гордость, а потом предают. Люди они такие. Сегодня они любят, а завтра уже не понимают, о чем ты.